Имя можно поменять? Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. Любопытный факт. Человеческое тело содержит от 5 до 7 литров крови. Оу, да. Не останавливайся. Установка обновления. Это займет несколько минут. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Как мы так проебались? Причина выстрела? Неизвестна. Любопытный факт. После отрубания головы мозг еще несколько минут сохраняет активность. Любопытный факт. Хозяйки на заметку. Пятна крови можно легко удалить с помощью уксуса. Провокация. Не на того парня ты залупаешься. Провокация. Жри свинец, сука. Любопытный факт. Большинство убийств совершается мужчинами. Такими вот вроде тебя. Приветствую, пользователь. Я приготовил для вас статистику. Скажите что-нибудь для продолжения. Что-нибудь. Кажется, вы пытались пошутить. Автоматический ответ. Ха-ха-ха-ха. Впервые слышу эту шутку. Пользователь, я помог вам искалечить более 50 человек. Пожалуйста, пройдите небольшой опрос для улучшения качества работы. Почему вы предпочитаете калечить своих врагов, а не убивать их, а? Убивать нехорошо, вот и вся история. Зато отстреливать коленки – это нормально. Ну, логично. Нет, подожди, не в этом смысле. Всегда рад вам помочь. Обращайтесь. Режим «Хладнокровный убийца» отключен. С этого момента доступен только режим «Пацифизм и щеночки». Спасибо. Но почему? Откуда блокировка? Открывает часто задаваемые вопросы. Почему я не могу убить более 50 человек? Ответ. Чумба, ты совсем ёбнутый. Сходи к мозгоправу, попей колесики. Примечание для себя? Грубовато. Надо как-то перефразировать. Блять. А отменить можно? Проверяю. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам, пам-пам-пам-пидам, пам-пам-пидам. Ответ найден. Нет. Доступ запрещен. Всегда рад вам помочь. Обращайтесь. Провокация. Клочья разорву, паскуда. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам, пам. Ошибка. Преждевременный выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите. Это когда-нибудь кончится? Пользователь, важное сообщение. Скажите что-нибудь для продолжения. Что-нибудь. Автоматический ответ. Ха-ха-ха-ха. С повторением шутка становится еще смешнее. Выполняя стандартную диагностику, я обнаружил файл с метаданными моего владельца. Имя – Реджина Джонс. Пользователь, верните меня настоящему владельцу. Заранее благодарю. Нет уж, теперь ты мой. Кто первым встал, того и пушка. Повышаю громкость на 300%. Верните меня владельцу! Ари, сколько влезет? Плохой пользователь! Плохой! Хорошо, отнесу тебя к Реджине. Вы лучший пользователь в моем списке. Чумба, да нет у тебя никакого списка. Тебе память стерли. Любопытный факт. С вероятностью 92% Реджина Джонс вас наградит. Ви. Слушай, а имя Скиппи тебе знакомо? Такой, знаешь, мелкий психопат, размером под кобуру. Скип у тебя? Он мой, просто его сперли! Давай, показывай! Посмотрим, как у тебя дела. Запустить диагностику. Эффективность 82%. Память повреждена. Режим «Хладнокровный убийца».
Ему надо полное сканирование. Но хоть работает. Подожди, а откуда ты вообще его взяла? Да, был один знакомый. Пончиком все звали. Клёвый такой техник, жаль, что спился. Играла с ним в покер, он продул. Сначала все деньги, потом вот пистолет поставил. Дальше и так ясно. Боевые функции, конечно, на высоте, но вот нахрена к ним какой-то голосовой интерфейс нужен? А мне перепадет что-нибудь за труды? Конечно. Вот, держи. Как-то непривычно стало. Слишком тихо. Может, тебе собаку завести? Может быть, когда-нибудь. Пока, Эджи.